Когда приходили в службу, какие были у вас условия, что творилось вокруг, где находились на пункте? Мы на кране ждали, возле сортировочной станции. На кране. Там поселок 8 октября, если не ошибаюсь. А задачи какие были? Мы стояли, держали оборону, пехоту, технику. А командиры что говорили? Они были с вами или они вот? У нас только один командир, что с нами был, а остальные в штабе были. А были приказы держаться, да? То есть, держаться, отходы давали разрешение, а потом уже к перемирию наступило, то никто же не стрелял. Нас окружили, и мы 17 числа сдались. Офицер сказал сдаваться в плен, мы оружие оставили и пошли сдаваться. Какие ощущения? Ну, понятно, что тяжело, но все-таки какие у тебя мысли? Вот... Да побыстрее домой вернуться и забудется все. Родные знают? Нет. То есть они вообще, то есть, не знаю, живой, не живой? Нет, не знаю. Спасибо. Скажи, пожалуйста, тебя зовут, фамилию и откуда? Каракова Геннадий Петрович. А откуда сам? С Кривого Рога. То есть? Вторая колонна марш. Мы на джипе, сейчас едем обратно, надо пропустить на джипе. Жень. Низкой стороне. Мы отдали ДНР плюс ЛНР. 36 человек ДНР отдало, и ЛНР отдало 103 человека. Нам Украина отдает 36 человек, это со стороны ДНР, и 16 человек со стороны ЛНР. Все? Да? Спасибо. Благодаря, пожалуйста. Документы, которые у нас были. Все. Вещи личные, там, все, что у нас мы находили, там, телефоны даже есть, ключи, все мы уже. Наши документы. Найти человека. Подготовить к тому, чтобы можно было и провести вот такой обмен романтический, как вот сейчас проходит. Да, мы только... сюда пришли пешком, знаете, как это происходило. Поэтому сложностей очень много. Это связано с безопасностью и с другими многими условиями. Видите, вот целый день проводим обмен, а провели его только сейчас, темное время суток. Хотя планировали 2 часа. Да, совершенно верно. И хорошо, что донецкие приехали сюда, и мы смогли обменять здесь и луганских, и донецких. Пошли навстречу Киеву. Вы оцениваете перспективы обмена все-таки всех на всех, возможно? Я думаю, что этот принцип принят, он утвержден, и с этим согласились и в Киеве, и в Луганске, и в Донецке. И мы будем реализовывать для того, чтобы он осуществился до конца. Однозначно. Я считаю, что возможно. А представьте, пожалуйста. Медведчук Виктор Владимирович. Отличная, потому что домой. Ага. Наши не делают так, как делают укроп, ловят матерей, у которых сыновья воюют за ДНР. А раньше вы думала, что они будут возвращаться? Кто? Эти ваши родные люди. Куда они будут возвращаться? Они воюют. Да. Ну, они... Были пленным, да? Нет, они не Нет. были. Я была в плену у них 2 месяца. Понял. Много осталось людей в Харькове. Морально добивают, морально. Харьков. Да? Как? Пока семья будет там, ничего не скажу. Ну а условия какие, содержание? Терпимо? Чаще забирают, чем дают. Чаще что? Забирают, чем дают. Понятно. С Украины.